Это российский крупный государственный деятель. Это человек, который образец для подражания. Рустам Минниханов, рейх Татарстана, сказал, что Муртаза Губайдулович фигура федерального масштаба. Тут, конечно же, он прав. Что интересно, Рустам Нургалиевич сейчас свои речи произнес на татарском языке. И вообще, пока он общался, пока разговаривал, местами переходил на родной язык. Меня президент раньше президента Михаил Шарипович, там Муртаза Губайдулович, меня шуша и коматур республики. Чем, к сожалению, не может похвастаться его коллега, наш глава Ради Фаритович, который, ну, похоже, родным языком не владеет вовсе.